Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, на Просвещении. Давайте смотреть новинки и ассортимент товара вместе. Смотрите, какая у нас новинка. Дневной крем, мгновенное обновление для лица. Экстракт граната, коллаген. Разглаживает морщины, обновляет и тонизирует кожу. Повышает тонус кожи, разглаживает морщины, придает мягкость и упругость, моделирует овал лица. И стоимость 77 рублей. А это сыворотка, эликсир питательный, масло авокадо, гиалуроновая кислота. 99 рублей 30 миллилитров. Крем для лица. Регенерация. Молочная кислота плюс бисаболол. 55 рублей 500 миллилитров. Еще сыворотка для лица с витаминами С, тоник, эмульсия, сыворотка, питание и обновление. Смотрите, какая это. $99 рублей 150 миллилитров. Как мне нравятся пряничные домики, и я все себе никак не приобрету. Вообще прям так красиво они смотрятся. Не помню, не знаю, нет цены, по-моему, 199 стоимость их. Классные домики вообще. Щелкунчики за 199. Еще у нас новинка. Посмотрите, какая пришла ваза. Стекло и металл. Все, по-моему, они желтые, не серебро, а больше желтые. По крайней мере, в этом магазине. И эти подсвечники мне тоже нравятся. Когда, говорит, свечу зажигаешь, кто-то рассказывал из девчонок, свечу зажигаешь, и очень красивые отблики. 199 рублей стоит вот такая. И 249 такая ваза. Сейчас в ход пойдут вот эти лонгсливы детские. 100% хлопок с длинным рукавом. Такой енотик, смотрите. Смотрите, какая классная кофточка. Сейчас стало прохладно. Я не знаю, как у вас, а у нас уже 10-15 градусов по утрам. Есть синего цвета. Размеры, как всегда, наверное, с 26 по 34. И вот еще красненький. А стоимость 199 рублей. А также еще вот такие лонгсливы детские. Тоже 199 рублей с динозаврами. И еще такая расцветка. Зеленоватая и синеватая. А также тепленькие штанишки. Брюки детские. 249 рублей. Смотрите, какие. На манжете. Небольшой такой начесик. Даже не начесик, а как, не знаю даже. Ну, такой не сильно толстый, не сильно тонкий. Хорошенькие. Как всегда, несколько расцветок. Все разворачивать не буду, а покажу вам так. Смотрите. Сиреневые, серые, розовые. А это свиншот детский. Тоже тепленький. И также разных расцветок есть. Вот, смотрите, есть побольше, поменьше, зелененькие, синенькие, разные. Стоимость, наверное, тоже 199. А этот свиншот уже тепленький, видите? Тепленький. А, сделано в Кыргызстане. 199 рублей тоже. Тоже размеры и расцветки разные. Сшито аккуратненько. Серенькие, по-моему, вот. Да, есть серые, желтые, голубые. А здесь можно показывать бесконечно. Здесь очень много всего. Нужно смотреть. Джемпер детский. Вот, вот тепленький. Свиншот детский. Вот это для девочки уже. Беленькие. Вот смотрите, какие домашние тапочки появились. Шлепанцы.
Ой, какие они нежные-нежные, мягенькие-мягенькие. Стоимость 199 рублей. И в одном цвете. Все такие вот кофейно-бежевые. Поролончик. Мягкий, симпатичный. Гольфы уже появились. Теплые, 99 рублей. В этом магазине на просвещении тоже привезли вот такие пиалы. А вернее, салатники. Тоже здесь появились такие. Я показывала на вокзале. А это на просвещении сейчас я нахожусь. А это что такое? Смотрите, что это такое. Подставка под ложку. Ух ты, какая хорошенькая. Смотрите, без всякой ручки. Мне прям нравится. Сколько же она стоит? Сейчас узнаю. Все, узнала. 99 рублей. Слушайте, мне прям нравится. Это из серии все черное. Изготовлено из фаянса. У меня кухня небольшая. И вот эта вот ложка с ручкой много места занимает. А это прям, смотрите, какая классная. И 99 рублей не очень-то и дорого. Очень мне нравится. Я каждый раз, наверное, показываю вот эту тарелку тяжелую. Стоит 49 рублей. Нравится мне. Современно выглядит, так классно. И бутылка с дозатором для масла тоже нравится. Стеклянная. Хотя я не переливаю масло никуда. Просто бутылку попользовалась и выкинула. Ну, девчонки молодцы, наверное, пользуются. А я лью из бутылки. Лишний геморрой, мыть ее. Нам привезли декоративные салфетки из гобелена. Смотрите, как они выглядят. Целое прям произведение искусств, картина. 55 рублей стоимость. Я даже не могу придумать, куда в рамку вставлять, да, и вешать. Такую я уже, по-моему, показывала. И к нам поступили декоративные наволочки. Смотрите, как они выглядят. Большие, довольно-таки прям. Хотя размер 45 на 45, стоимость 149 рублей. И сейчас посмотрим, какие есть варианты. Вот такие мамы с тигренком. И вот еще один вариант. И опять интересные пледы. Метр на 1,50 м. Вот такие вот мягенькие. 299 рублей. Как всегда, маленькие. Каких уже только нет. Есть вот такие под гобелен. И такие под фетр. А теперь вот такие мягенькие. И шубка есть. Каких только здесь нет. Мыльница. 55 рублей. Такая прям маленькая. Прозрачная вся. Даже сразу не поняла, что это такое. А это мыльница. Вот здесь, наверное, получше видно в этом цвете, да? Розовая. И голубая. Изготовлены из полиэстера за 55. И вот еще новинка. Крючки за 55 рублей в виде кактусов. Два крючка в упаковке. За 55. Лилия. И такие крючки я уже тоже показывала за 77. Это что? Щетка чистящая 14 на 8 сантиметров за 55 рублей с абразивом. А вот еще появились вот такие стаканы для зубных щеток. Видите, такие как мыльница. А еще диспенсеры для жидкого мыла. Тоже такие вот как мыльницы. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.